Сегодня тюменцы в рамках всероссийской акции «Лес Победы», которая проходит во многих городах страны, высадили 70 деревьев. Губернатор области вместе с детьми и ветеранами посадил голубую ель. Также в сквере Победы теперь будут расти рябины. Дерево крупномерное, потому должно прижиться. Дети, принимавшие активное участие в акции, пообещали губернатору ухаживать за сквером. Знаменательно тем, что, во-первых, в парке Победы садим, во-вторых, накануне Дня Победы. И это очень символично, потому что всегда у нас в России так принято, что деревья мы садим, ну, иногда, наверное, не по очень веселым случаям, потому что посвящаем это каким-то трагическим событиям в истории нашей страны. Но сама акция, она всегда очень добрая, очень хорошая. И самое главное сегодня, что вот здесь мы видим, да, совсем юные тюменцы присутствуют и наши уважаемые ветераны. Я тоже люблю деревья садить. И я тоже. За ними надо всегда ухаживать и надо всегда их поливать. В высадке деревьев приняло участие 50 байкеров клуба «Ночные волки», которые затем отправились в мотопробег по Тюмени. Мы хотим связать все памятники, которые есть в нашем городе, мы хотим связать их воедино, подъехать к каждому из них, поклониться, возложить цветы, венки. Мы все это подготовили. Байкеры посетят 8 памятников города, в том числе скверы пограничников, десантников, монумент погибшим в Великой Отечественной войне.